стрельбище. А то некоторые промахиваются по вальшнепам, будут зачеты по стрельбе сдавать. По тарелкам пускай учатся. Для того, чтобы стрелять по тарелочкам, ну, прежде всего, нужны тарелочки и патроны. Это все можно приобрести на стрельбище, но процесс можно еще удешевить. Дешевле магазинов в Курске, где продаются тарелочки и патроны, я просто не знаю, его нет. Это говорю вам я, Алексей Партизан.